Друзья, всем привет! Только что приехал в деревню. Вы видите на экранах эти раздвижные ворота, откатные, самоделка, которая, да, и так скажем, из ничего сделанная, там, из профильной трубы на роликах. Не те крутые ворота, которые за дорогие деньги, это вообще дешевый вариант. И еще за этот год ни разу они не открывались после снега. Вот сейчас я весной приехал. Хочу вам показать, как они откроются. Да и самому любопытно, откроются ли они. И насколько они надежные. Да? Им 5 лет. Ну, как бы я каждый год открываю, они открываются нормально. Давайте сейчас посмотрим и убедимся в том, что это дешевый вариант, который имеет право на жизнь. Вот я открыл ворота, сейчас заеду на участок. Главное, чтобы камера не упала, я тут приклеил ее, на что попало. Вот, пожалуйста, раз, и все. Вот участок, про теплицу сейчас буду снимать, покажу. И сарай вообще никакущий, конечно. Вот он, деревенский сарай. Вот такие ворота имеют право на жизнь. Дешевый бюджетный вариант. Можно уложиться в 15 тысяч, а не в 70, как большие консольные ворота. Я знаю, они крутые, но они 70 тысяч стоят. Кому надо, покупайте за 70, а кому надо, стройте вот такие вот воротики. Сейчас, секунду, покажу вам, что они сделаны на... Опять же, вот видео, которое я снимал, снискало большую популярность, да. А сейчас я покажу. Вот смотрите. Вот. Вот на таких роликах. Опять же, про эти ролики. Да, вот они. Вот они. Катушечные или как они называются. Вот видите, здесь бортик, здесь и вот это ведущее. Обычная 40 на 20 труба. Вот так вот. Вот. Ну, они как бы длинные, да, получились. Тут такой противовес я сделал, здоровый. Вот он. Вот так вот. Такие вот ворота с таким противовесом. Ну, можно не делать противовес большой. Можно вот такой короткий. И вот здесь такую трубу сделать, да, с большим грузом. Короткая. Ну, не трубу, а противовес. Вот. И они вот сюда вот заезжают. Вот в эти вот пазы, ухваты. Все, вот показал, вот еще раз показываю, потому что люди спрашивают, как они работают. Вот, вот, вот я двигаюсь сейчас, работают нормально. Так что имейте в виду, когда они полуоткрытые, да, они парусность ловят. Имейте это тоже в виду и усильте их, если что. На этом все, всем пока.